Ребята, я в восторге, честно. Прям в восторге. Прям круто, круто. Мавзолей. Спасская башня. Собор этот блаженного. Это все украшено. Красотища. 893. За 3 года, походу, построили. Ху-ху. Вот это крутяк. Реально, ребята, просто крутяк. Вообще, я прям ба. Ну, сами, я не знаю. Пишите, кто был на Красной площади первый раз, как были ощущения. Но по мне просто офигенски. Здорово. Тут экскурсионные группы ходят. Но здесь на самокате, на электрическом, можно кататься, кто поменьше весит, потому что я боюсь, он подо мной здесь на такой брусчатке развалится. Блин, ну круто, реально круто. Я не знаю, друзья, я не знаю. Офигенно. Давайте еще немножко видов вам прозумлю. В общем, друзья, не знаю, я, блин, прям доволен, что приехал сюда. Сил совсем не осталось, с тем учетом, что я не выпил ни капли рому. Но сил реально уже нет. В общем, пешком я бы не смог, если бы не эта электрическая штуковина. Прям очень она помогла, особенно на ВДНХ. Там огромная территория, и санечек опять начал кружить вокруг меня. Видите, здесь уже темнее, включили подсветочки везде. Ну, в принципе, я вам уже позумил все эти подсветочки и все остальное. В общем, сейчас мы добираемся до метро. Садимся на метро, доезжаем до какой-то станции. Ну, ребята в курсе. Доезжаем до какой-то станции, там пересаживаемся. Да, там пересаживаемся на электрон. И электроном уже едем до Видного. И уже идем домой. Но это я вам уже, наверное, показывать не буду. Может, если что-то вдруг интересное, то, конечно, я включусь и покажу. Ну, а так, дорогу сюда я вам кусочками маленькими, хоть маленькими, но показал. В общем, едем домой. А потому как сильно устали, но смотрите, это Кремль. Я просто, ну, знаете как, ну, дикарь, в общем. Не могу мимо проехать Кремль. Смотрите, подсветочки. Прям, ну, блин. Вот, они с меня прикалываются, смотрят, ну, как на дикаря. Говорят, смотри, дебил. Офигеть. Просто офигенски, друзья. Прям, ну вот, что хотел, то и получил, короче. Друзья, хоть ремонт, но все равно Кремль видно. Класс. Просто класс. И Красная площадь, друзья. Да. А мы стоим на мосту, ребята, Москва-река.
друзья, воскресенье, всем привет. Выезжаем, выселяемся, едем. Куда мы едем? В Царицыно? Царицыно. Да. В общем, я не знаю, о чем речь. Хотели съездить на Воробьевы горы, но говорят, там прикольный парк. Поэтому поедем туда, съездим. Сейчас кучу подписчиков скажут. Нифига не лучше. Ну, я вообще не могу спорить, потому что не в курсе. А так посмотрю. Ну да, и плюс время. Мне нельзя сейчас сильно там кататься. Да, если честно, ограничено время. Я бы прям с удовольствием бы и туда, да. Потому что самолет уже в 19:30, а время уже сейчас почти час, а мы еще только из дома выходим. Блин, ну вот как? Так, потому что по ночам сидим, непонятно чем вот это занимаемся, разговоры разговариваем. Поэтому времени мало, и съездим в Царицыно, посмотрим, что там. В общем, добираемся, смотрите. Парковочка. Подземная парковка. Это прямо крутяк. Подземная парковка, это реально крутяк. У нас, я знаю одну подземную парковку. Я могу ошибаться, это не точно, но подземная парковка у нас в супермаркете. В центре. Все, а так подземных я не знаю. Может, новые, которые микрорайоны строятся, там может и есть. Я слышу себя еще раз. Эхо отбивается, если я слышу. Я не утка, значит. Так что, в общем, сейчас мы определимся и включимся. Я думаю, будет еще интересно. Вот Москва, видите, стоим, пробка. Дальше уходит на МКАД, развязка. Но мы стоим, навигатор говорит, что авария в средней полосе. И мы вот стоим, не знаю, как это будет долго. Цены на бензин меня вот прям радуют по сравнению с нашими. Второй бензин 41,90, а у нас 44,90, то есть на 3 рубля дороже с литра. Вот так вот. Дистопливо 44 ровно. Сотый, я правда такого не знаю, 52,70. 95-й 46 ровно. Бо, вроде вырвались. Ага. Вот так вот, друзья. Это мы выехали на М4 Дон. Это М4 Дон. А вот развязка как раз на МКАД. Съезд. План написано. МКАД Восток. Каширское шоссе. Аварии, кстати, до сих пор я не видел. Навигатор. Либо навигатор соврал, либо она дальше. Она дальше, внизу. А, где-то вот там. Мы не увидим. Вот выезд на МКАД. Да. И, видимо, там, вот видите, МКАД Восток. Выезд на МКАД и, видимо, там где-то авария. Да. В общем, мы едем по М4. Круто, круто, круто. По М4 едем в Царицыно. Ага. Все. Чего будет? Да, МКАД такой вот, вот он МКАД. Ну и так прилично машин. Очень прилично машин. Поэтому да, поэтому вот Саня, например, он на работу не ездит на машине, он ездит на электричке, на метро. Метро, электричка. Да, потому что так быстрее и проще. Пешком, на ослике. На ослике, на ишаке. На ишаке. Ослик это я, а это шаг. В общем, вот так вот, друзья. Что интересное будет еще, я обязательно включусь, покажу. Ну, а так мы добираемся. Я еще посмотрю эту часть. Ну, в общем, мне на самом деле понравилось. Вот первые впечатления прям положительные. Единственный минус, это, конечно, расстояние. Все это довольно сложно добираться туда-сюда. И занимает большое количество времени. То есть, если бы как-то быстрее можно было бы добираться, я думаю, вообще бы никаких проблем не было. А вообще, ну и все очень большое, мне кажется, все очень большим таким, знаете, все большое. Даже вот обычные дома, вот эти спальные районы, вот у нас тоже такие же есть районы, но они все равно все ниже. Здесь как-то все больше, выше, больше по размеру, длиннее. Это, знаете, как мне... вот это наши дома, вот те, вот, которые между стоят. Это обычные девятиэтажки, как бы все в порядке. А вот эти дома, они, прям огромные. В общем, вот такой. Я потихоньку вот... Вчера у меня совсем был шок, сегодня я немножко уже отошел от шока и как бы так смотрю, присматриваюсь. Прикольно. Вот, ездят, конечно, здесь... Если бы не фокус, ты бы, наверное, не выпустил бы. Саня, у него тоже когда-то раньше был фокус, у него ностальгия по фокусу. Отец.
Вот, да, батя отдал. Вот так. Все, друзья, короче, едем. Что интересное будет, обязательно все покажу, расскажу. Ну, интересно, извините уж, конечно, но интересно с моей точки зрения. А мне вот очень много чего интересно. Все, едем. А, ну что, друзья, добрались мы до Царицынского парка. А, музей-заповедник он. Парк, озеро большое, красивое, с островом посредине. На острове красивые деревья растут. И вот, плотинные ворота. Знак два. Второй. Да, знак Екатерины. Это, там есть дворец, резиденция Екатерины II здесь была. Она здесь гуляла, в общем, по этому парку. Ну и мы, чем мы хуже, тоже пойдем, пройдемся. Мы хоть и не немцы, но пройдемся, да. Рамочки. Самое приятное во всем этом, что входы бесплатные везде. У нас какой парк такой, на ЮБК приезжаешь, везде вход. Вход платный. Кофа. Капучинов. В общем, ой, там смотрите, да, там смотрите, красивые какие фонтаны. Ну, в общем, мы походим здесь, поснимаем, и все будет, я думаю, очень интересно. Вот эти вот, да, друзья из Народной Республики Китайской, они прям такие шумные всегда, ходят толпой, всех расталкивают, все снимают, орут и по-русски вообще ничего не понимают. В общем, такие очень уникальные. О, видите, как алаба-лаба-лаба. В общем, что-то орут, но непонятно что. Сейчас возьмем кофейка и пойдем. Вот. Здесь пруды все выкапывали, очищали. Вот мы сейчас, кстати, увидим, вот это все сделанный пруд, а там, если не ошибаюсь, просто у меня у сестры недавно была свадьба, и мы когда здесь гуляли, там прям было видно, как трактор шел, выгребал. Вычищал. Вот тот через тот мост, да. Если осталось это, ну, мы сейчас увидим. А, и там есть поющий фонтан. Поющий фонтан. Он работает. Мы с ним пойдем и каноном споем. Есть. Я и фонтан. Это такое себе представление. В общем, сейчас пьем кофе и... Вот аллея центрального входа. Входят эти гольф-кары, возят туда-сюда. Ну, машинки для гольфа. И вот это центральная аллея. И прямо здесь осень-осень уже такая. Да, лодка. Ну, это работники на лодке. Вот там остров. Ну, все поближе я вам покажу. Конечно, выглядит все ну, чисто, аккуратно, обалденно. Прям клево. И он, ну, нифига себе. Знаете, как у нас ходишь в парк, заходишь, ну, как бы, да, вот Гагаринский большой, кажется, парк. Но нет. Оказывается, нет. Совсем он небольшой. Прям, я бы даже сказал, маленький. Потому что здесь масштабы. Вот крыша торчит, это резиденция Екатерины. И он еще столько же идет туда. Это, понимаете, да, какой размер у него? Плюс пруды и фонтаны размера. Вот опять же, если сравнивать с Симферопольским Гагаринским парком, там я думал, ну, какой пруд приличный. Да нет, реально кажется, вот такое посмотришь, кажется, лужа. Здесь прям и поющий фонтан, и музычка играет, я уже слышу. Пойдем сейчас, друзья, туда, сейчас кофе попьем и пойдем. Класс. Ну, вот центральный вход я вам показал, и центральную аллею тоже. Дошли до моста. Но так как ветерок, за качество звука еще накрапывает небольшая такая морось. Так что, ну, извините уже за качество картинки и звука. Я вам подложу лучше здесь музыку, чтобы вы не слушали эти завывания ветра. Дорожка мягкая идет к как раз к фонтанам, к этим поющим. Сейчас мы туда включимся. Ну а дальше пока под музыку. А вечером, друзья, он еще и подсвечивается, помимо того, что музыка, он музыкальный, так он еще и светомузыкальный фонтан. Ну, прям класс.
ушли от фонтана и поднимаемся здесь вот, как красотичка. Здесь знаешь, что напоминает? Нет, этом, смотри, не знаю. В Сочи есть парк, помнишь, знаешь, под это? Ты был в Сочи? Нет. Там канатная дорога, есть парк внизу. И вот, вот что тут рядом напоминает? Видите, все хвойные вечно зеленые, а вот это вот вечно желтая. Такая, это ж ель, да, я так понимаю, какая-то. А, это лиственница? Лиственница, она на зиму опадает. А, вон она. Странное название для дерева, у которого нет листьев, да, лиственница? Ну, в общем, поднимаемся наверх, как раз туда, к этому, к усадьбе. Так что, я думаю, будет интересно. Ну, мне, во всяком случае, точно. А вы смотрите, а потом мне напишите все в комментариях. Я знаю, вы напишите. Я верю. А это не конюшня? Заодно поставьте лайк. Царская конюшня с такими окнами? Ну, это, видимо, более это, инопланетяне. А-а, какой? Для инопланетных коней. Говорит, это, говорит, не конюшня? По-моему, не очень похоже на конюшню, правда? Ага, теперь это стало вон конюшня, наверное. А, вот, это мост. А, это мост, ого, это мост. О, ребята, мост, пойдемте посмотрим мост. Я так не видел таких мостов вживую, только по телевизору. О, мост. Обещаю, Саша, что тебе здесь понравилось. Воробьёвы тоже интересные, но вот... Какой лучше? Кто лучше? Да, они... ребята, кто был и там пишите. И там, да. Что нам где лучше? Да. Воробьевы горы или и Царицынский здесь, парк? Да. Смотрите, какой мост. Обалдеть, да? Речки, правда, под ним нет, но мост есть. Класс. Прям класс. Ну, мы сейчас туда подойдем. Прям на мост еще поснимаем немножко. Так что смотрите, будет интересно. Вот, ребятки, видите? Вот такой вот мост выглядит обалденский, конечно. И смотрите, это прям осень это уже. Задумчивая осень. Да, унылая пора, да. Очарование. Да. Ну, клевый. Мост, конечно, клевый. Прям реально клевый. Друзья, а вот вид с моста. А это вид с моста с другой, ну, в другую сторону тоже выглядит все клево. Ребят, ну вот эта резиденция, дошли мы до нее, сейчас поднимемся наверх и посмотрим, что, но вот сами проходы уже отсюда выглядят тоже клево. В общем, не зря мы сюда пошли, я реально доволен, прямо круто. С тем учетом, что здесь ходила Екатерина II, это вообще класс. Давайте дойдем до самого имения, вот оно там, этот, резиденция, и там уже включимся. Красота, конечно. Такой дворец этот, не дворец даже, я не знаю, как это назвать, но обалденно выглядит. В общем, ребят, пишите в комментариях, кто был и здесь, и там, на Воробьевых горах, и кому где больше нравится. В общем, прям честно интересно. Я вот здесь был, на Воробьевых горах нет, поэтому, ну, не успеваем по времени, поэтому... Жду от вас комментарии. Обалдеть. Пойдемте еще чуть дальше пройдемся сейчас. Ребят, ну вот мы прошли дальше. И смотрите, ну... Ну не знаю, выглядит отлично. Малый дворец. Ну, на дворец не тянет. Вы простите, дождик накрапывает, поэтому я протираю как могу камеру, но ее все равно заляпывает. Я думаю, общий вид все равно вам понравится. Ну, прям здорово выглядит все.
Дождик усиливается, друзья. Но хочу показать, как сделаны дорожки. Видите, вот здесь раз, туда дорожка вокруг, вокруг, вокруг. Мы стоим здесь, такая же дорожка, еще одна идет вокруг, вокруг. А между ними есть такая маленькая замаскированная тропинка. Не дорожка, а прям тропинка. Ну, блин, здорово. А вот здесь, получается, царские особы наши гуляли. Ну, выходили на променад вечерний или утренний, или дневной. Но обалденно, конечно, все выглядит здесь. И посредине, вот, друзья, прям посредине поляны растет одна секвоя. Ну, если мне глаза не изменяют, то это секвоя. Как она здесь оказалась, я не знаю. Ну, а вообще, конечно, поляна обалденная. Прям можно футбол гонять. Размер тут, конечно, побольше, чем у стадиона. Тут можно на несколько стадионов разбить и прям футбольчик. А мы стоим, смотрите, какая красота. Клены. И такие прямо желтенькие, желтенькие же. А, вы надо мной держите? Да ну бросьте, вы все. Смотрите, как все тут замечательно, как выглядит. Прям желтенько-желтенько. Ничего, у нас тоже скоро так будет. У нас пока еще все зеленое, но... А вообще, конечно, поляна, огонь. Вот как раз сам этот дворец. Здесь еще вот такое строение. Это детский музей сейчас называется. Царицынский детский музей. Малый дворец вот тут еще стоит. Ну, в общем, прийти здесь погулять, здесь спокойно, тихо, обалденно. И пруды, и погулять вдоль прудов. Ну, не знаю, мне очень нравится. Я в восторге, друзья. Поэтому, но так как время неумолимо продвигается к самолету, мы туда дальше не пойдем. Вернемся сейчас к прудам. Ко второму, ну вот один с фонтанами, один тут пруд такой. В общем, еще походим, что-то интересное, если будет, обязательно вам покажем. Ниже спустимся там. Все, друзья, идем там ниже спускаться. Ну что, добрались мы обратно. Видите, погода плачет по мне, потому как мне улетать. И московская погода по мне заплакала. Идет дождик. Не все, мы посетили все, что хотели. И сейчас идем к машине. Сядем и, ну не знаю, что-то может быть обдумаем. Или что-то, не надо ничего. А, 100 рублей надо, да. Здесь перед этим вот платная стоянка стоит, она первые 3 часа 100 рублей. Ну, как бы, я считаю, очень демократично. Нашу машину видно издалека. Видите, она самая пожарная из всех здесь. Мы уже показывали палатку в этой машине. Батарейка села, ребята. Во, ребят, батарейка села на камере, сейчас с телефона. Вот, да. Вот на ней мы и ездим. Вот такая вот. А вот это наверху, это не багажник, как многие могли подумать. Но я говорю, мы уже показывали в открытом виде. Это двухместная палатка с отоплением и со всеми делами. В общем, очень козырная такая палатка. Volvo XC90. Кому интересно. Ну, очень комфортная машина, мягенькая. Мы прям ездим, и я прям... Ну, очень хорошо. Во-первых, места в ней полным-полно. И, ну, клево. Сейчас поменяю батарейку на этом вот. Видите, какая погода? Прям совсем все везде. Морось. Поменяю батарейку на камере и включусь уже с камеры. Мы уже уехали, но проезжаем мимо главного входа. Я вам с той стороны показывал аллейку. А вот он сам главный вход в Царицынский парк. Очень все вот так помпезно выглядит, ну, прям клево-клево. Ну, и сам парк мне понравился, он и баскетбольные площадочки есть. И, ну, класс, классный парк. Все, кто будет в Москве, если будет время, советую посещению. Очень это вот, ну, мне понравилось. Добираемся сейчас до Домодедово. По дороге у меня там заказ есть, надо заехать кое-что купить девочкам своим. Так что еще мы заедем, остановимся по дороге. Не буду говорить где. Да, никого не рекламировать. Да. Да. Купим одну штуку и уже будем добираться до аэропорта. Ну и как вы понимаете, в аэропорту Домодедово я, естественно, ни разу не был. Так как я первый раз в Москве и прилетел в Жуковский. Так как я буду в Домодедово, тоже, конечно же, поснимаю и расскажу свои впечатления о Домодедово. Об аэропорту. Аэропорте. В общем, вы поняли. Все, едем.
Ну вот, друзья, мы прибыли в Домодедово. Аэропорт Домодедово впереди. Не знаю, как с размерами. Буду сравнивать с Симферопольским. Друзья, ну не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понять, что этот побольше, чем Симферопольский. А вот мне казалось, что у нас большой аэропорт, друзья. Но Домодедово, насколько я вижу, побольше. Я еще краев-то до сих пор не вижу. Но наш вроде чуть повыше. Вот, блин, опять же, я говорю, ну, прям щенячий восторг. А с одной стороны, обидно. Я думал, у нас большой классный аэропорт, а оказывается, нет. Ну, парковочная система такая же, в принципе, как в нашем аэропорту, все понятно. Но он, да, я, ребят, ну, надеялся, что он будет такой, как наш. Вернее, наш будет такой, как этот. Ну, по размеру. Нет. Совсем нет. Я, дело в том, что вот смотрите, мы уже насколько близко подъехали. Рублей в час. И я до сих пор не вижу конца. Сверхнормативное пребывание более 15 минут, 1000 рублей в час. Продолжительность пребывания. Все, ребят, попрощался я с ребятами. Еще раз им огромное спасибо, конечно, что они меня и пригласили, и покатали, и в аэропорт обратно привезли. Огромное спасибо ребятам, которые меня встречали, когда я прилетел. Вообще всем, кто видел меня в Москве, огромное спасибо, ребят. Я прям очень приятно было. По поводу аэропорта. Да, он намного больше, чем Симферопольский, потому что, смотрите, вот там конец. А с этой стороны, друзья, я просто не знаю, где конец, потому что он уходит за угол, и его просто не видно. И это прискорбно. Сейчас буду искать, где регистрироваться на рейс, потому что я же не в курсе, первый раз. Поищу, где зарегистрироваться на рейс, зарегистрируюсь, сдам багаж. И... Я, оказывается, по проезжей части. И похожу еще, поснимаю вам Домодедово. Ну, блин, конечно, крутяцкий, конечно, аэропорт. А я-то думал, наш большой. В общем, сейчас зарегистрируюсь и включимся. Дошел, но это еще не конец. Он еще уходит вот туда, куда-то за угол. Я уже не пойду, просто устал. Я вам с окна покажу, что он туда уходит. Вот, видите, продолжение. И вот только здесь вот он заканчивается. Туда не пойду. Ну, там как-то уже такие коридоры узкие. Я не пойду. Помимо того, что он практически весь двухэтажный, он еще и с подвалом, друзья. Это... Ну, прям карачун. То есть, пойдемте, я вам так бегло покажу размер. Симферопольский вы увидели, когда мы вылетали. А вот Домодедово. Отсюда, кажется, все еще не так плохо. А дальше просто вы выходите, вам начинается уже двухэтажный, или трехэтажный, или четырехэтажный. И конца его, ну, в общем, очень с трудом. Ну, вот я пока не вижу конца. Потому что люди. И где конец, на самом деле, ну, фиг его знает. В общем, я говорю, я думал, Симферопольский большой аэропорт. Оказывается, Симферопольский, ну, по сравнению вот с этим, он просто крошечный. Ну, в принципе, как все, что не сравнивать, те же парки или пруды, или памятники размеров, да и вообще расстояние, конечно... Здесь все какое-то опухшее. Ну, очень большое. Потому как... Ну, вот видите, все это вот светится. И куда оно там идет? Я, честно говоря, не знаю. Но куда-то определенно идет. Я уже зарегистрировался, билет уже у меня на руках, багаж я сдал. Сумка у меня небольшая, можно было ее и в ручную кладь положить. Но так как ребята с Жуковского... подарили мне ножи, а ножи провозить в ручной клади нельзя, поэтому пришлось все равно сдавать. Видите, это я все еще иду. Вот пошли стойки регистрации.
я не знаю, сколько их штук тут. Я в Симферопольском смотрел, думаю, как много стоек регистрации, половина даже не работает, ну, потому как нет такой, ну, нет потребности у них в таком количестве. Так как пока к нам международные же рейсы не летают, а здесь, ну, ребят, это все вот это вот, я не знаю, ну, наверное, не видно. В общем, все это стойки регистрации. И везде стоят какие-то люди, куда-то регистрируются. Входы тоже пошире, у нас намного поуже и меньше вот этих пунктов досмотра. Ну, я не знаю, это просто карачун. То есть вот это все это время я иду и довольно, ну, не просто расслабленно, а таким быстрым шагом иду. Я не знаю, сколько он в длину, можно, конечно, загуглить, посмотреть, сколько он в длину, но он огромный. Я не удивлюсь, что это в Москве не самый большой аэропорт. Потому как, видите, это все еще стойки регистрации. Это просто. Бургер Кинг. С той стороны были Макдак и, как он, KFC. Ну, в общем, пипец. Это просто пипец. Это с тем учетом, что вы видите вот там, если стенку, ну, вдруг увидели, не забывайте, что он еще поворачивает туда. Он таким полукругом построен. Я реально уже устал идти. Тут еще довольно тепло. А я в теплой пайте. Это просто карачун, ребят. Просто. А мы все продолжаем идти. Очередной вход. А здесь все так же продолжаются стойки регистрации. И видите, везде есть люди. Вот еще один вход. И смотрите, сколько этих пропускных рамок стоит. Детектора. Это кошмар. Но зато теперь я точно понимаю, что когда люди с Москвы приезжают в Крым и говорят, да что тут до моря? Ну да. Половину пути до моря занимал бы только один аэропорт. О, я вижу конец. Я тоже, ребят, до конца не пойду. А, не, он пойду до эскалатора, дойду. Тут выставка ретро-автомобилей. Сейчас вам покажу тоже. Ну, прям интересно. Вот, стойки регистрации только здесь закончились. А такси и, ну, чего-то только нет, тоже огромное количество всяких разных. Ну и ретро-автомобили, конечно. Видите, вот такой вот Pontiac стоит. 28-го года. Да, класс. Фиат 27-го года, Форд 33-го. Такую машину, извините, я не знаю название. Митчелл Ират 29-й год, Ситроен 25-го года. Ситроен 28-го года. Круто, конечно. Peugeot 25-го года. Класс, да? Тачка желтая, цвет такой огонь. Еще один Fiat 19-го года. Лорен Дитрих 28-го года. Это как в этом, Остап Бендер ездил, антилопу гнул. Ситроен 25-го года. Что-то с дельфином. Донет Зебл 29-го года. Не знаю, что это такое вообще. Я прям даже некоторые названия не знаю, смотрите. На тачке, конечно, огонь. Вот тоже название, что написано.
О, Opel. Opel, он же москвич такой же был. 33-го года Opel. Модель 1.2L. Класс. Это что такое стоит тоже симпотно? Peugeot 33-го года. Peugeot 201. О, вот это самое классное. А сидеть на баке, представляете? Ford Model T. Ну, это... ну, он, не знаю почему, но разобранный. С тремя педалями уже, как положено. Ford Phaeton 29-го года. Гангстерский. Dodge. 28-й год. Студебекер, 27-й год. Виллис, 29-й год. Что это? Шевролет, 29-й год. Ну, в мотоциклах я не понимаю, поэтому вот такие два мотоцикла. 21-й год, а тут не знаю. Peugeot. А, это Рено. Нет, это... Да, Рено. 27-го года. Видите, вот у французов всегда какая-то беда была прям с этими... С машинами. Какая-то больше на моторную лодку похожа. Ужас. Это что, Матис? Или я не знаю, как это читается. 27-й год. И Peugeot 26-го года. Кабриолет. Смотрите, какой. А? Красавец. Ну что, прям голубенький. А назад, видите, сзади место только для одного меня, потому что больше туда никто не влезет. Да и впереди мы с Лешиком вдвоем не сядем. И смотрите, вход только с той стороны. У водителя нет входа. Здесь нет двери. И диски, смотрите, такие литье. И сигнал крутой. В общем, вот такой вот аэропорт Домодедово. Не знаю, по-моему, круто. Ну, во всяком случае, мне сам аэропорт понравился. Сейчас немножко выключусь. Пойду где-нибудь посижу немного. Потом что-то замахался. Ходить жарко. Может, выйду на улицу еще. На улицу выходить надо все сдавать. Ну, так же, в принципе, как у нас. Ну, в общем, это еще не все. Еще по прилету посмотрим, кто меня будет встречать. Поснимаю. Интересно же. Все, друзья, пока все. Но еще это еще не конец. Короче, ребята, 5 часов я уже торчу. Два раза уже откладывали рейс. Уральские авиалинии. Очень хорошие, ничего не могу сказать. Сюда летел, откладывали. Один раз на полчаса. Отсюда лечу, уже на 2 часа задержка. И даже гейт сменили один. То есть выход был у меня на втором этаже. Пока я шастал, пришел на табло, посмотрел, сменили гейт. Теперь на первом этаже, в самом низу. Домодедово, еще раз говорю. В общем, все уральские авиалинии, я вот по табло смотрю, очень много уральских, половина, наверное, все задерживаются. Я уже не могу ни снимать, ни ходить, ни сидеть, я просто хочу домой. Так что, ребят, я уже включусь, когда прилечу в Симферополь, и включусь, покажу, как меня будут встречать. Все, друзья, пипец. Практически пустой салон, летим обратно в Симферополь, и, видите, практически никого нет. А сзади немножко есть люди. Ну, совсем не густо, так рассадили по этому вот, по центру самолета основного, рассаженного. Вы уже видите здесь, а дальше опять все пусто. Не знаю, меня слышно, здесь шумит. Вот так вот. Ну, вообще, самолетик неплохой. Ну, нет, не сравнивать-то не с чем особо, но погасли эти у нас. Вот эти, которые пристегнуть ремни. А вот то, что курить, не погасли. Говорит, нельзя звонить на протяжении всего полета, курить нельзя. И пить напитки свои нельзя, кроме тех, которые предложены
проводником. И винная карта есть, и цены даже написаны там. Но цены там, конечно, космические, там по 50 грамм 400 рублей. Как бы, да, да будет свет, сказал монтёр. Это этот командир балуется выключателем, ярче делает. А, ладно, долетим уже там, включимся. Ребят, ну этот туалет, конечно, уникальный, прям совсем, смотрите, крошечный. Я стою и все, и места нет. Прямо совсем здесь стенка, и здесь вот этот умывальничек маленький, ну прям крошечный. Это просто карачун какой-то. Все, туалет тоже показал. Пошли обратно в салон. Так, ребят, ну что, наконец-то в Симферополь приземлились. В 12 часов получается практически, ну, без 15 пусть будет, 12. Это с тем учетом, что должен был вылететь в 18.30. И где-то в 20.30, ну, в 20.40 сесть. То есть в 9 мог бы быть уже дома. Но нифига. Вот такое вот. Гуляю. О, как! Симферополь. Так, ну здесь я еще не был, это получается прилет, выход в город. Тут он, оказывается, такой зелененький Крым есть. Видите, на стене из травы, сложенной полосками. Так. Ой, хорошо, хоть по ступенькам ходить не надо, блин. Фу, видите, какой Крым? Прям красота. О, наконец-то, сейчас я заберу багаж. Я уже вижу, вон по кругу ездит моя сумка. Сейчас я ее заберу и буду выходить, а меня там должны встречать, по идее. Ну, если дождались с таким опозданием. То получается, сейчас, если 0, то 12 должен был прилететь в 9. 3 часа, как на 3 часа опоздал. Жуть. Ну, в общем, сейчас забираем багаж. Хватается. И мчимся. Мы поедем, мы помчимся. Ну, почти утром ранним. О, жесть. Все, ребят, сейчас забираю багаж. На второй ленте. И вот такая большая синяя сумка. Вон она едет, помятая вся. Поэтому в сумке ничего нельзя в такое везти, только в твердое. Видите, как ее изжевал. Хорошо, я все ценное оттуда забрал и переложил в пакет. Все, забираю сумку. Выход в город. Вот он. И там уже меня, я уже вижу, он встречает. Так что все в порядке. Значит, поедем на машине, ребят, домой. А не просто так, на маршрутке. Фига, поедем на этом вот. На... Вот оно, Трио. Видите, Нью-Йорк фильм фестиваль. Как раз, как мне надо. Смотрите, смотрите, смотрите. Опаньки, Нью-Йорк фильм фестиваль. Ребята, едем в Нью-Йорк фильм фестиваль. Все, на этом все. Больше я ничего снимать не буду. Может быть, дома завтра я что-нибудь еще расскажу. Пока все.